Соберемся вместе за минуту на блогерское мероприятие. Недавно меня позвали на классное блогерское мероприятие, но там будет дресс-код в стиле американского университета. Чтобы вы понимали, это вообще не мой стиль в одежде, так что сейчас будете помогать мне выбрать образ. В своем гардеробе я нашла парочку вещей, плюс-минус подходящих по стилистике, и каждый образ я придумала с юбкой и бежевыми кроссовками. Для первого образа с этой юбкой я нашла розовую рубашку, жилет и длинные белые носки. Честно, у меня здесь прям прямая ассоциация с Гермионой из Гарри Поттера. Не знаю почему. В целом образ выглядит мило, и я также к нему добавила единственный рюкзак, который у меня есть. Но, честно говоря, второй образ мне нравится куда больше. Здесь тоже длинные белые носочки, но с зелеными надписями и классный зеленый свитшот. Честно говоря, первый образ у меня больше ассоциируется с какой-то Англией, а вот второй как раз с американским университетом. Короче, мне как будто бы больше нравится второй образ, но будет интересно услышать и ваше мнение. Кстати, если хотите узнать больше подробностей про это мероприятие и встретиться со мной, то переходите в телеграм-канал.